Привет, други мои! Наступил самый интересный день в нашем истории. Итак, я записываю седьмой урок по Яндекс.Эфиру. Он самый приятный, самый сладкий, самый вкусный. Мы его ждали очень долго, и вот мы его имеем. Итак, вчера, 19 октября, без вот этих понтов, которые присутствуют в Яндексе и в Ютубе, я спокойно получил свои кровно заработанные деньги. Для всех, кто не видел предыдущих моих роликов, краткая история нашего проекта. Итак, весной этого года я узнаю о том, что заработал новый проект Яндекс.Эфир. Пытаюсь завести аккаунт, он так и был назван, канал новостей и технологий ТВ-Инфо. Загружаю туда 5 или 6, сейчас не помню, видео, получаю очень маленькое количество просмотров. Мне как-то это не нравится, я забываю об этом. В августе месяце я вспоминаю об этом проекте, мне говорят, что там зарабатывают деньги. И учитывая такую нестандартную у нас обстановку, связанную с коронавирусом и наличие дополнительного свободного времени, я решил все-таки раскрутить этот проект. Давайте смотреть по документам, чтобы не было каких-либо, что я что-то там придумал. Итак, в Яндекс рекламный эфир, рекламной сети у меня личный кабинет уже был. Я начал работать. Вот 17 августа 2020 года я всю эту безобразию запустил, и процесс пошел. Начал наполнять хозяйство. Начал зарабатывать. 17 августа началась уже монетизация, прошу прощения. В июле я запустил процесс. Он потихонечку пошел. 17 августа мне дали монетизацию канала. Вот начались зарабатывания денег. Сначала были маленькие цифры, потом они побежали. Итак, самое главное. 17 августа. Первая дата. 17 августа началась монетизация. Был долгий, тяжелый процесс. Он удался. Значит, что случилось дальше? 30 сентября, в соответствии с заключенным соглашением, я получаю вот... Нет, не это. Прошу прощения. Вот это вот письмо. Это называется акт об оказании услуг. 30 сентября. В этом акте мне сообщается, что за мою работу начислены деньги. Вот здесь вы видите сумму начислений. Проходит еще достаточно длинный период. И только 19 октября, вот здесь очень хорошо видно, 19 октября, 11 часов, мне начисляется 4419 рублей с учетом выплаченного налога. Таким образом, 19 октября в 11 часов 2 минуты вся операция, начатая в конце июля, продолженная 17 августа, по развитию канала завершилась монетизацией и заработком первой суммы. Был подписан акт 30 сентября, он пришел ко мне в раздел «Документы», и по этому акту 19 числа я получил на кошелек выплату 4419 рублей. Можете меня поздравить. То, что было таким далеким и непонятным, свершилось. Таким образом, весь период у меня занял 17 августа, 17 сентября, 17 октября, 19 октября пришел платеж. 2 месяца. На все. 2 с гаком месяца на создание канала, на его монетизацию. Сейчас, кстати, к сведению, я занимаюсь монетизацией еще 4 каналов. Ответ на вопрос. Можно заработать деньги? Можно. Можно заработать крутые деньги? Пока нельзя.
Потому что, чтобы заработать крутые деньги, вам нужно несколько каналов и нужно постоянно и четко работать. Кнопки бабла не существует, деньги можно заработать. Самое интересное, за вас выплачивают налог, вы получаете форму НДФЛ, соответственно, становитесь человеком, который производит отчисления в налоговую. То есть вы работник, внештатный, но работник Яндекса с налогами. Все, что хотел сказать. Поздравьте меня, у меня реальная выплата, не то что в нашем интернете.